Народ, всем привет. Вот поставил в этом году теплицу еще одну. 4-метрового под поликарбонат. Вот у меня одна теплица. Вот вторая. Так, давайте покажу, как я ее делал. Фундамент. Это просто трубы метровые. Там где-то под 150 или 130, не знаю, примерно какой-то такой размер. У нас они раньше были. Отопление сделано в доме. Вот поставил здесь, через 2 метра там, и там еще в углу. Потом использовал доску 50-ку. Вот. Вот на этой трубе у нас получаются пятаки тоже. Вот здесь пятаки были закрытые. Так, не могу попасть. Вот. Получается, к этим пятакам я просто доску брал и саморезами по металлу прикручивал ее. Они как бы полностью по периметру прикручены. И потом с этой стороны то же самое. Так, ну, доска 50-ка, так все выровнено. Ну, поликарбонат, понятное дело, что потом накинули. Так, давайте посмотрим, что внутри. Так, внутри, ребят, я потом, смотрите, вот эта доска 50-ка, у нее где-то 120, одна 120-я была, другая 150-я. И чтобы я их так выровнять, я еще брусок добавлял, где-то, я не помню, там небольшого размера, там троечка, наверное, или четверочка, брусок добавил. И потом доски вот таким же образом, две доски сколачивал, вот такими перегородками их крепил между ними. Вот видно, да, вот такой дощечкой. С этой стороны саморезы прикрутил и с той стороны прикрутил, чтобы с двух сторон было прикручено. И получается, прикручивал потом к этому бруску, ну, по верхнему, вот по верхней части я вот, так сказать, прикручивал. Снизу они у меня не прикручены, но держатся жестко. Саморезы длинные, и так шаг у меня был где-то полметра прикручивания. Так по периметру я прикрутил. Ну, доска никуда не гуляет, все нормально. Вот тут везде так сделано. Только вот такая доска у меня использовалась только вот на эти, ну, длинные две части, получается, вот с левой стороны и с правой стороны. Здесь я просто, у меня доска была широкая, где-то 30 сантиметров. Я от ее закрепил, и она у меня стоит, ну, тоже сюда, в паз. Вот этот поставил. Так. Ну, а здесь я просто взял, ребят, у меня 40-ка была доска. Я 40-ку тоже вместе ее соединил. И под эту доску, под 50-ку поставил и сверху закрутил вот так. Чтобы этот, так сказать, проем не был такой широкий. Как, например, вот этот, видите, широкий. Я здесь специально, чтобы был поуже, чтобы перешагивать было удобно, а не ногу там далеко вести, чтобы перекинуть. Так, ну а потом, смотрите, чтобы это все у меня не гнили, доски, я их ничем не обрабатывал. Я просто взял вот эта пленка, ее газовую трубу, вот газопроводы высокого давления. Их, они вот получаются, ну вот раньше, сейчас не знаю как, раньше они вот этой пленкой, муравьи, блин, бегают, вот этой пленкой обтягивались, чтобы труба не гнила. Я также вот этой пленкой вот там по периметру сделал, потом здесь. Везде я ее, ребят, крепил степлером. Ну, вот видно. Вот. Степлером вот так позакреплял. Ну, чтобы влага никакая не попадала на доску по возможности. Ну, вот там, конечно, у меня не хватало ее. Она так у меня осталась, доходила до металлической вот этой рейки, и все. Вот таким вот образом. Вот такой, знаете, дешевый, так сказать, колхоз. Так сделал. Ну, потом брал вот эти. Тут доски просто тоже так же скрепил. Между собой вот такими планками. Такой же доской. Это у меня получается дюймовка. Брал дюймовку. По размеру вырезал. Соединял. Потом вот это к ней крепил пленку. Также вот скобами вот этими степлером закрепил. Потом сюда 50-ку прикрутил к этим доскам.
И уже эту там 5-6 саморезов сбоку закрепил, чтобы... Вот, могу вам показать. Никуда не ходит, все жестко стоит. Вот, давайте ногой. То думаю, что там не жестко, все нормально. Все жестко. Никуда не денется. Ну и ясное дело, потом тут земли было немножко. Я потом торфика добавил. И сегодня я купил... Ой, блин. Вот такую вот веревку. Вон, одно название, что это веревка. Белевая веревка 20 метров. Теплица 4 метра. Мне, получается, вот ее хватило одной. Ну, вот красного цвета. Натянул вот эту веревку. Она такая, знаете, как пластиковая. Там нейлон или что, не знаю. Но внутри нее как будто находится какая-то ткань. Ну, сейчас вот не видно, но видно, что внутри что-то есть. Ну, вот ткань там какая-то. Натянул ее по возможности, как мог. И подвязал огурчики. Огурчики уже подвязывал вот этой там бечевкой. Ну, такая, она уже белая. Ну, как не ткань. Как даже, не знаю, забыл, как называется. Ну, уже не какая-то там химия, а уже это... Такая там лен или что, не знаю. Типа такая, как, ну, наподобие льна. Ну, скрученная бечевочка. Всегда использую на подвязку там, что помидор, что огурцов. Здесь у меня огурцы. Ну, у жены, точнее, огурцы. Хотя садил я здесь плитку. Постелил плиткой 50/50. То, что добавлял вот эти доски, ребят, у меня немножко, вот видите, не хватает тут где-то 25 сантиметров. Но эту плитку надо будет убирать и по новой выравнивать. Потому что я ее так просто кинул, пол особо не равнял. Надо будет выровнять, видно, что стыки. Вот такие дела. Вот такая получилась теплица. Так, вот у меня соседняя теплица уже с помидорами. Так, вот эту, ребят, теплицу. Ну, тут у меня помидоры, вот даже это. Помидор как бы посадили, сколько и осталось. Вместо сюда посадили лучок. Потому что живем на севере. Чтобы был, так сказать... Ну, больше тепла ему доставалось. Смотрите, здесь у меня просто брус был сделан вместо доски. И все. Ну, фундамент бетонного нету. Просто на арт-блоке положил брус. Брус у меня обработанный противогнильными составами. Теплица уже, наверное, лет 6. Примерно видно, что она ржавая. Надо будет, наверное, поподкрашивать. Ну, снизу ржавая в основном. Так, потом я куски у меня профнастила оставались с крыши. Видно, что я вот, получается, снутри вот их пообшивал полностью по периметру. И снаружи тоже самое у меня обшито. Ну вот. И полностью по периметру. Здесь, чтобы выступов вот таких не было, вот видите, выступает, да? Чтобы вот здесь не было где заходить, я здесь просто оцинковку. У меня был кусок оцинковки, я его сделал, чтобы не цепляться потом за эти углы. Так сделал. Ну а здесь также получается доску, дюймовку. Также пленкой вот этой, чтобы доска не гнила. Вот этой доске уже лет 20, наверное. Потому что эти доски были на старой теплице. И они были тоже такой же пленкой заделаны. Ну, пленку эту старую убрал. И вот по новой пленку делал. Потому что размеры были разные. Ну, там пленку немножко тупо царапал, когда все разбирал, ту теплицу старую, деревянную, которая была раньше под стеклом. И по новой сделал. Ну, смотрите, доски 20 лет. Они, можно сказать, блин, как будто им года 3. Просто такие немножко потемневшие. Так, еще лет 20 простоят, ничего им не будет. Ну и здесь вот плиточка у меня положена, тут относительно выровнено все. И чтобы бочка лучше нагревалась, температура, потому что солнце у нас то 30-ка, блин, сейчас вот 20 градусов было вообще. Ну, ночью бывает там до 5 градусов падает температура, ну плюс 5. Здесь у меня проволока натянута.
Также вот эта бечевка там, лина, или как она называется, правильно, не знаю. И градусник. Такой. Сейчас его не видно на камеру, но 19 градусов показывает. Помидорки. Тут надо их поподвязывать, то не попадали. Вон такие вот, даже какие-то черненькие посадили, вот видите. Негритянские помидорки. Тут зелененькие. Вот, тут тоже вот помидорки висят уже, вот. Сегодня сейчас сниму видосик этот и начну их подвязывать. Там вот огурчики подвязал. И начну помидорки. Потом здесь все плиткой вот такой же выложу. И туда до дома. Дальше это тоже все сделаю. Все, ребят, всем пока. До встречи на канале.